Торговому дому «Киргу» исполнилось 22 года. По случаю юбилейной даты в филиале «Хасавюрта» прошел масштабный розыгрыш призов. Участие приняли колоссальное количество людей. Начало конкурсу было положено 1 мая и длился до 1 октября. Для участия необходимым условием было всего лишь приобрести товар на сумму свыше 1000 рублей, после чего покупателю выдавался игровой купон с определенным четырехзначным номером. В качестве почетного гостя на празднество был приглашен первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, который от имени главы города зачитал и вручил благодарственное письмо на имя руководства торгового дома. Администрация муниципального образования городского округа город Хасавюрт выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность генеральному директору торгового дома «Киргу» Даитову Заире Саидбековичу за большой вклад в экономическое развитие города, постоянное участие в решении социальных вопросов, развитие спорта, культуры и образования, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Спасибо вам, удачи, успехов, самое главное – здоровья. Новых вам успехов в яркой, плодотворной деятельности на благо жителей города Хасавюрт и Республики Дагестан. В призовой фонд вошли 200 призов – электротовары, бытовая техника, посуда, мягкая мебель и многое другое. Но самым главным ценным призом стал розыгрыш квартиры. Все игровые купоны были в специальных запечатанных урнах, которые до начала конкурса открыли и поместили в барабан. В первом туре разыгрывались мелкие электротовары и техника. Купоны счастливых обладателей из барабана вытаскивали самые юные зрители. Разыгрываем чайник. Хорошо? Поехали. Вытаскивай купон. Итак, номер 013340. На протяжении всей игры, чтобы разрядить весьма непростую и напряженную обстановку для всех собравшихся, была подготовлена небольшая концертная программа артистами дагестанской эстрады, а также творческими коллективами города. Во втором туре были разыграны ценные призы – спальная мебель, кондиционеры, ноутбук, 8-я модель телефона марки iPhone. На протяжении всей игры за всем происходящим следили члены конкурсной комиссии. После определения победителя того или иного приза, который определялся через электронную базу данных, связывались в прямом эфире по телефону. Да. Это торговый дом «Киргу», у нас сегодня розыгрыш призов. Вы знаете уже, что вы выиграли? Нет. Ну а как вы думаете, фруктовницу или салатницу? Что-что-что? Прошу прощения. Фруктовница. Нет, вы выиграли холодильник. Холодильник LG. Мы вас поздравляем, эти аплодисменты звучат специально для вас. По словам исполнительного директора у дома «Киргу» Магомеда Хайбулаева, главной целью при создании конкурса было подарить горожанам праздник. И эта акция по случаю юбилейной даты – лишнее тому подтверждение. Эти люди, я же говорю, ну, им приятно делать людям хорошо. Я считаю, что цель, ну, они благородное дело делают, понимаете? Вот не каждый же бизнесмен может вот так потратиться, сделать. А у этого человека цель. Сколько он сделал, вы знаете, если перечислять, это 2-5-6 томов можно написать. Сколько благородного эти люди сделали и для города, и для республики, и для нуждающих. Кульминацией праздничной игры стал розыгрыш самого главного ценного приза – квартиры, счастливым обладателем которого стал житель Хасавюрта. Аналогичные конкурсы прошли также в Махачкале и в Дербенте. Общий призовой фонд составил 1000 призов и 3 квартиры. Мы вас поздравляем! Вы только что выиграли квартиру от торгового дома «Киргу». Вика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».